Беларуси примут правила эксплуатации дронов. Требования к полетам установит Минтранспорта и коммуникации по инициативе Генпрокуратуры. С учетом взлетной массы беспилотников и авиамоделей предусматривается процедура регистрации и сертификации, а также профессиональная подготовка операторов летательных аппаратов и их допуск к управлению. Беларусь сняла ограничения на пересечение границы в наземных пунктах пропуска как для иностранцев, так и для граждан нашей страны. Также сертификат о вакцинации или ПЦР-тест не нужен жителям страны-соседки для въезда в республику через белорусско-российский участок границы. В Беларуси начал циркулировать стелс-омикрон. Пока увеличения заболеваемости он не дал. Медики наблюдают за этой разновидностью вируса. Как отмечают в Минздраве, заразность у него такая же, как и у предшественника. Болезнь протекает в легкой или средней степени тяжести, но есть и сходство с первыми штаммами. Белорусские вузы в 2022-м планируют принять свыше 53 тысяч человек. Бесплатно обучаться будут не меньше 27,5 тысяч. Каждый год бюджетников становится больше в общем числе поступающих. Это ориентировано на потребности экономики. В Бобруйске в огне погиб пенсионер. ЧП произошло ночью 1 апреля на Вансете. Горел дом из двух частей. Спасателей вызвали соседи. Причины устанавливаются. В тот же день сотрудники МЧС тушили водогрязевую лечебницу санатория Ленина. Никто не пострадал.